5 преступлений, в том числе 4 кражи и 1 хулиганство. Подробнее о происшествиях в нашей рубрике ЧП «Обзор за неделю». Прошедшая неделя на территории Слуцкого района можно охарактеризовать как прошедшую достаточно спокойно. Что касается преступлений по линии уголовного розыска, было зарегистрировано всего лишь 5 преступлений, из них 4 кражи и 1 хулиганство. Хулиганство было зарегистрировано в одном из придорожных кафе, где был поврежден автомобиль BMW. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что данный автомобиль был поврежден 2 жителями Слуцкого района, это дядя и несовершеннолетний племянник. Также к нам поступило сообщение о хищении 2 телят с одной из молочно-товарных ферм на территории Слуцкого района в сельхозпредприятии. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что данное хищение было совершено 2 гражданами, жителями Слуцкого района. Данные телята возвращены, преступление раскрыто. Что касается хищения телят, хотелось бы прежде всего обратиться к руководителям сельхозпредприятий и организаций, обратить внимание их прежде всего на усиление контроля, занесение в службу сторожевой охраны, чтобы не допускать подобных происшествий в дальнейшем.